Ребят, снова всем привет, ребят. И, короче, сегодня ко мне залетел попугай, наш попугай. Залетел он, короче, и засел прям тут. Вот. Засел попугайчик. Он, кстати, в моей комнате сейчас. Короче, ребят, это моя комната, если вы не знали. Вот это вот все. Вот это даже. Это все моя комната. А это попугай наш. Полетел. Ребят, если что, на кровать только что залетел. На папу, на моего папу кровать. Кровать. А ну-ка ж отсюда. Сиди тихо и не чирикай. Сиди тихо и не чирикай. Вау. Вот это, ребят, только что было классно. Сиди тихо и не чирикай. О, чей язык показываешь? Я приличный попугай. Я только что испугался. А мне только что в камеру влетел. Ну ты попугай и выдумщик. Он выдумщик, ребят. Он выдумщик. Ему лишь бы где-то полетать. Лифт попал. Раз, два, три, четыре, пять. Цуцик наш маленький. Цуцик. Кто у нас цуцик? Кто у нас краснощёкий цуцик? И на мою кровать. Ты смотри, какой наглец. Это не попугай, а наглец. Отдохнуть уже присел? Ну, отдыхай. Что ты так орёшь? Я к тебе присяду. Короче, девчонки. Я сижу с попугаем. Ай, укусил! Гад! Ты слышал? Гад! Серьезный гад! Чё? Гад! Хорошо. Всем удачи, чем...